Заявляем о том, что она является членом нашей маленькой поместной церкви. Пусть Господь благословит, и это еще не все. У нас беседы не только были о членстве. Вы понимаете, что три беседы о членстве для человека, который из нашей среды, это многовато. Значит, мы еще беседовали еще о чем-то. На прошлой неделе была помолвка родителей Кати, родителей Богдана, Даниил, который провел эту беседу. И я присутствовал как свидетель. Мы свидетели того, что они согласились соединить свою жизнь. И в недалеком будущем мы, наверное, будем все приглашены на бракосочетание. Поэтому сегодня мы еще объявляем еще вторую новость, что у нас скоро будет бракосочетание. Пожалуйста, Богдан, пришло время, чтобы пригласить тебя. Пожалуйста, проходи сюда, проходи наперед. Насколько я понимаю, что свадьба должна состояться, или бракосочетание должно состояться 9 октября, в воскресенье. О деталях вы услышите от них самих и от родителей. Поэтому пусть Господь благословит. А мы сейчас, продолжая наш субботний праздник, потому что это праздник Господу и праздник для нас, Шаббат Шалом – это праздник Богу. И то, что мы слышим голос жениха и невесты, и видим, что Бог возвращает благословение в народ свой. Поздравим их, подойдем к ним и поздравим их.
Когда папа нес его домой, на улице в то время шел снег. Сестра Лена и брат Виктор. И до такого возраста, когда им уже по 20, это не совсем легко. И уж не такая велика романтика в этом, чтобы дети служили Господу, чтобы любили Бога, чтобы поклонялись Ему, чтобы знали заповеди Божьи. Здесь, наверное, была произнесена не одна молитва за них. И сегодня мне так хочется сказать и в их лице благословить всех остальных родителей во имя Иисуса Христа. Мы сегодня благодарим Тебя, что на этом месте мы видим как бы жатву благословенную, Господи. Когда мы благодарим Тебя, что, Господи, не напрасны родительские молитвы, что слышит Бог слезы видит и слышит молитвы родителей о своих детях. И мы сегодня благодарим Тебя за Юру, за сестру Ину, Господь, благодарим Тебя, что их сын Богдан служит Тебе, Господь. И мы, Господи, поклоняемся Тебе сегодня и превозносим, и воздаем Тебе славу, и просим Тебя, благослови остальных родителей в этой церкви, чтобы наши дети были на этом месте, чтобы мы радовались за служение. Сегодня мы живем в благословенной стране, за это слава Господу, дети. И многие из вас, наверное, привыкли, что так и должно быть. Вы поймите, что это благословение. И, видя это, не забывайте быть благодарными Господу и родителям. Сегодня мы имеем прекрасную возможность. Я хочу напомнить, знаете, дети, можете сказать, подойти в собрание к маме и папе, сказать: папа, благодарю тебя, мама, спасибо тебе за то, что вы меня привели в церковь, за то, что приводите вы меня на собрание, на служение Господу. В свое время, когда приносили детей к Иисусу, были те люди, которые возбраняли, то есть которые не допускали, чтобы приносить детей. И знаете, Иисус сказал, чтобы не было этого, чтобы не препятствовали, но чтобы детей приносили, потому что желание Его было благословить их. Сегодня Он тот, который не изменился, Он также желает благословить всех вас. И благословение, оно в том, когда вы будете переживать успех, когда вы будете переживать послушание своей жизни родителям, Богу. Это и есть благословение. Ибо тот, кто слушается, того благословляет Бог. Вспомните Саула, когда он Бога не послушался. И Бог отступил от него, потому что он не послушался то, что было сказано ему. Поэтому и вы подрастаете, будьте внимательны к тому, что говорят вам родители, кто же умеет читать Священное Писание. Будьте внимательны к тому, что здесь написано. Будьте внимательны к тому, что мы изучаем. Помните, какой был Иосиф? Не забывайте. Я надеюсь, что вы не забыли с прошлой субботы вечера. Подражайте добрым примерам, которые... Ой, алтарь, куда нас ведет Иисус, Он погните. Меня прости.
что Бог сказал, никакой ураган не сможет нас сломать. Держа в сердцах то, что Господь нам обещал, мы скоро увидим царя. Готовьте путь, готовьте путь, готовьте путь пришествия.